4 июля, четверг, в прямом эфире, как всегда, Одесса под контролем. Здравствуйте. Летний сезон уже в разгаре, и, как мы можем заметить, на улицах появляется огромное количество парковщиков, с каждым днем становится все больше и больше, и сегодня мы попытаемся вместе с нашими экспертами в студии разобраться, есть ли у одесситов основания для того, чтобы платить за парковку, в каких случаях они обязаны это сделать, а в каких случаях это обычное надувательство, или кто-то решил использовать свои предпринимательские способности, чтобы вытянуть дополнительные деньги из одесситов. Что можно делать, чего нельзя, мы сегодня будем говорить в нашей студии с нашими экспертами. Это Валентин Газя, директор ООО ВГК. Для телезрителей скажу, что это компания, которая отныне будет устанавливать паркомат и будет их обслуживать. То есть фактически та компания, которая будет осуществлять, через которую вы будете осуществлять платежи за парковку. А также Максим Агера, эксперт-активист организации «Дорожный контроль», который сегодня тоже нам постарается объяснить, за что можно платить, а за что платить не стоит. Но перед тем, как мы начнем дискуссию в нашей студии, напомню, что сегодня у нас, как обычно, работает интерактив. Звучит он следующим образом. Вы платите одесским парковщикам? Если да, вы платите, звоните по телефону 777-6746. Если вы считаете это лишним и не платите за парковку, звоните по телефону 777-6747. Также напомню, что у нас есть возможность общаться с вами в прямом эфире. Телефон нашей студии 718-61-91. Звоните, рассказывайте случаи из вашей жизни, задавайте вопросы нашим экспертам, и вы сможете получить на них ответы прямо здесь, в прямом эфире. Итак, перед тем, как начнем нашу дискуссию, давайте посмотрим сюжет, который сняли журналисты нашего проекта, для того, чтобы увидеть, что происходит вообще с парковками в Одессе и что с ними пройдет в ближайшем будущем. Давайте посмотрим сюжет, а потом поговорим с нашими экспертами. За прошедший год на одесских улицах практически не осталось парковщиков, и большинство водителей оставляют машины на обочине совершенно бесплатно. Без паркомата парковка незаконна. Это одесситы уяснили твердо. Одесский водитель должен четко сказать: денег за парковку я не плачу. И все. Второй вариант, он должен ничего не говорить, закрывать машину, как будто к нему вообще никто не подходил, и уходить по своим делам. Впрочем, скоро лафа закончится. Около месяца назад в городе установили первое устройство для парковки. Чиновники обещают, их количество будет только увеличиваться. В одном только центре Одессы инвестор планирует поставить 60 устройств. Все специально отведенные площадки, где будет возможность оборудовать их паркоматами, будут платные парковки. 32 тысячи квадратных метров примерно. Если все заработает, то это приличное пополнение бюджета. Порядка 4 миллионов гривен ежегодно. Да. На данный момент в городе работает только две законных парковки возле железнодорожного вокзала и авторынка «Успех». Неподключенные паркоматы уже стоят возле оперного и русского театра, а также неподалеку от рынка «Привоз». Специалисты говорят, паркомата недостаточно. Паркомат, он не является достаточным основанием для того, чтобы платить. Помимо паркомата должны быть дорожные знаки, разметка обязательно и так далее и тому подобное. Парковка должна быть убрана от листьев, там, то есть должен представляться на парковке сервис. Это должна быть парковка на твердом покрытии, заасфальтированная и так далее. Паркомат выполняет роль кассового аппарата. То есть вы не будете в магазине платить деньги в кассовый аппарат только потому, что этот кассовый аппарат есть. Установкой паркоматов, а значит и парковками, занимается частная компания ООО ВГК. Одних официальных инвестиций уже сделано около миллиона гривен. Должна быть чистая территория, оператор обязан приводить ее в санитарно-технические нормы. Должен следить за порядком на этой территории, за чистотой. Зимой, например, убирать снег, он должен летом, осенью все листья, должен проводить уборку территории. Разметка должна быть синяя, дорожные знаки должны быть специальные, должна быть разметка, где должен припарковаться бесплатный инвалид, беспрепятственно бесплатный инвалид. Пока водители не спешат пользоваться новыми устройствами. Никаких карательных мер ни милиция, ни городские власти предпринимать не могут. Эвакуация машины на данный момент не разрешена, может быть, будет разрешена в ближайшее время. Блокировка колес, как это было раньше, например, допустим, в Киеве, тоже сейчас на данный момент запрещена судом. Надеемся, что в ближайшее время появится возможность, по крайней мере, так нам обещают, что со дня на день появится возможность выписывания штрафов за неоплату парковок. Кто это будет, кто этим будет заниматься, не знаю. Может быть, сейчас есть же в городе экологическая полиция, может быть, милиция, может быть, будет создана там административная милиция, которая будет заниматься незаконной парковкой. У нас на самом деле, обратите внимание, достаточно большое количество машин припарковано и под знаками, и на пешеходах стоят, где угодно стоят. Не все водители считают новые устройства паркоматами. По словам гражданских активистов, это просто терминал для оплаты различных услуг. Ну, на ЖД, я же говорю, там установили не паркоматы даже, а жалкое подобие данных паркоматов. Терминалы пополнения счета, вот эти вот, там, ну, разных оплаты разных услуг, они точно такие же терминалы поставили на ЖД. Это не является паркоматом.
Я согласен, что это возможно там, в условиях финансово-экономической ситуации нашей страны, какой-то выход из положения, потому что паркомат стоит там, в раз 5-10 больше, чем данный терминал. Пока что воспользоваться новым устройством получается не у всех. На паркоматах не парковался, на ЖД вокзале паркоматы стоят, но там подъехать нереально, а деньги требуют в основном в прибрежной зоне. Как бы дают минимальные сроки по времени заезда и выезда, поэтому там и требуют не больше 15 минут, а за 15 минут уложиться там нереально практически. Действительно, сегодня основное возмущение вызывают не парковки по 5 гривен в час, а шлагбаумы в прибрежной зоне. Во-первых, половина этих парковок, там даже не оборудованная площадка. Они просто поставили шлагбаум на въезде, там трава растет, болото, когда дождь идет. Вот, просто вот территорию взяли, ничего на ней не сделали, поставили шлагбаум, собирают деньги с людей. На одном из шлагбаумов водителям даже прокололи шины, когда они отказались платить. Ну, на данный момент у нас есть гидропарк Лузановка, въездные и выездные терминалы, это специально оборудованные площадки для платной парковки. Это Аркадия, Ланжерон, 13-я Фонтана, кинодром Дельфин, пляж Дельфин. В прямом эфире «Одесса под контролем». Мы обсуждаем сегодня одесские парковки. Напоминаю и призываю вас участвовать в нашем интерактиве. Звучит он следующим образом. Платите ли вы одесским парковщикам? Если да, звоните по телефону 777-6746. Если нет, вы отказываетесь платить за парковку, звоните по номеру 777-6747. Мы только что видели сюжет. Наверное, у телезрителей возникли разные вопросы. Я хочу для начала обратиться к нашему гостю Максиму Мегере, активисте о дорожный контроль. Скажите, во-первых, вопрос интерактива. Вы платите за парковку? Или ваши друзья, знакомые, ваши коллеги по движению платят за парковку? Если да, объясните нашим телезрителям, когда это можно сделать, когда нельзя сделать, и какие должны быть основания для того, чтобы вас могли потребовать заплатить ваши деньги за то, что вы припарковали свой автомобиль? Ну, я пока не было такого случая, чтобы я как бы оплатил парковку, да, чтобы все соблюдения были, ну, все условности были соблюдены, да, которые То есть не условно, а правила какие-то? Ну, которые постановлением Кабинета министров утверждены, да, чтобы все вот пункты были учтены, как бы такого пока не было. Ну, пока везде, где я там парковался, ездил, там заезжал, ну, нигде не выплачивал. Вру. Было в прошлом году один раз в Аркадии, когда... Ну, я так понял, что это не очень часто. Скажите, какие основания для того, чтобы вы в какой-то ситуации заплатили за парковку? Что для этого должно произойти? Ну, должно все быть согласно законодательству установлено. Если можно, объясните разметка. Конкретно. Первое, второе, третье. Ну, должны быть, если мы говорим про парковки, да, которые там возле магазинов всяких, в центре города, это должна быть разметка, соответствующая синяя. Разметка не такая, чтобы туда Део Матис залез с горем пополам, а специально определенная ширина есть парковочного места, длина его. Это должны быть соответствующие дорожные знаки о том, что это платная парковка с началом зоны действия парковки, окончанием зоны действия парковки. Должны быть, как уже было сказано в сюжете, места для инвалидов отдельные. Должен быть паркомат из расчета 1 паркомат на 20 паркомест. Вот раз уж мы затронули тему паркоматов, я хочу как раз обратиться к Валентину Гази, директору ООО ВГК. Скажите, ваша компания сегодня занимается достаточно новаторской для Одессы деятельностью. Вы устанавливаете паркоматы, собираетесь и дальше их обслуживать. Скажите, в каком случае одесситы должны платить этот паркомат? Какие для этого с вашей стороны предоставляются сервис, услуги по парковке для одесситов? И как вообще этот процесс работает? Человек увидел паркомат. Во-первых, как он должен понять, что это паркомат? Расскажите, что это такое. И что нужно сделать для того, чтобы оплатить услугу парковки? И когда это нужно делать? Как уже сказал Максим, в соответствии с постановлением 1342 от 3 декабря 2009 года, парковка должна быть, соответственно, оборудована. То есть должна быть та же разметка, повторюсь, должны быть те же знаки, и должен быть паркомат действительно на 20 мест один паркомат. С обеих сторон может быть, да? Парковки, то есть дороги. Поэтому наши парковки сейчас соответствуют данным постановлению. Водитель, подъезжая, видит, что это начало зона парковки, припарковывает автомобиль, подходит к паркомату. В зависимости от того, какое выбирает время парковки, оплачивает согласно тарифа. Скажите, вот сейчас все парковки, которые в Одессе есть, они фактически эксплуатируются вашей компанией? Нет, не все. А какой процент, какие?
Ну, у нас мизерный процент, пока что нам выделено порядка 17 объектов. Скажите, одесситы должны платить, когда они видят паркомат. А если паркоматов нет, если подходит какой-то странный человек, стучится вам в окно и говорит, заплатите нет, за парковку? Незаконно. Это незаконно? Незаконно. То есть 95% случаев, когда вас просят платить за парковку, к сожалению, выглядят, я сам автолюбитель, именно таким образом? Именно таким образом. Вы остановились, вам стучат, откройте и заплатите? Да, нет. То есть в этом случае одесситы могут не платить не за парковку? Платить, не платить. И это очень важно, потому что за последние вот... несколько недель у нас есть данные от милиции. За 3 месяца было начато уголовное производство по 4 заявлениям граждан, у которых вымогали деньги за парковку. И это только те, которые обратились. Понятно, что абсолютное большинство не обращается. Причем очень многие переживают, что если они не заплатят, как у них просят за эту парковку люди сомнительной наружности, то им или поцарапают машину, проколят шины. И такое, к сожалению, случается. Нет, в данный момент у нас мы поставили инструкторов-парковщиков, в которые просто гражданам объясняют, что вот есть паркомат. Кто не может, не умеет пользоваться, объясняет, как пользоваться паркоматом. И, естественно, просят внести оплату. Да, если можно. Да, у меня тут возник вопрос. Вы сказали, поставили инструктора-парковщика. Угу. Вот, в частности, на ЖД вокзале, да, мне, ну, общаюсь там на форумах с людьми, есть, ну, информация, что на том же ЖД вокзале, где ваша компания установила данное устройство, ходит человек в жилетке, да, ну, Как по вашим словам, я понял, это инструктор-парковщик, который должен объяснять людям, как пользоваться паркоматом. Да. Вот, который говорит, что либо вот иди плати 7 гривен вот в этот ящик, либо 10 гривен мне, а я тебе еще выехать помогу. Как вы на это смотрите? Это неправильно, это незаконно. Граждане должны вот таких ситуациях сообщать оператору, то есть нам. А если можно, может сразу в милицию обращаться, чтобы этого вымогателя упаковали в милицию? В принципе, это право вы, гражданина. Вы когда вот этого человека взяли на работу, вы... Мы ему объяснили. Объяснили, проявили инструктаж. У него есть должностная инструкция. У него документы какие-то, подтверждающие то, что он ваш сотрудник, есть? У него бейджик. Бейджик, бейджик могу распечатать за 2 минуты на принтере. Подождите, распечатать, он с печатью, он фамилия, он с печатью, имя, то есть мокрая печать. Да, фамилия, имя, отчество человека. Максим, если еще можно, вот было сказано, что оплачивать можно только через паркоматы. Да. Тогда вот эти люди, которые передвигаются парковками, что-то вам пытаются рассказать, помочь, они не имеют права получать деньги, брать их в руки, они могут только быть инструкторами, вот если можно поподробнее об этом. Какую функцию они выполняют? Нет, но если это, допустим, да, дедушка 99,5 лет, который приехал там за... провести или там встретить свою бабушку, вот, которая столько же лет, который, ну, от этого паркомата просто шарахается, да, то этот человек может ему помочь оплатить эту парковку, ну, взять у него как бы эти деньги и занести в этот паркомат. Но не больше, чем та сумма. Но не более, чем. Все правильно. То есть это не бизнес, а наоборот, дополнительная помощь для людей, которые хотят оплатить паркомат, но пока еще не разобрались, как это сделать. Верно я понимаю? Так, мы обращаемся к сознательности нашим гражданам и говорим открыто, что парковщику платить деньги нельзя. Вот вы сказали, что вы обслуживаете количество объектов, которые пока являются мизерным, да, это небольшое количество. Да, мы пока поставили 10 паркоматов, вот сегодня, в данный момент, сейчас подключают Екатерининскую от Дерибасовской. Можете назвать, где это, какие улицы, чтобы одесситы знали? Екатерининская от Дерибасовской до Греческой в данный момент подключается, и в ближайшее время, завтра, будет подключена Решельевская от Лонжероновской до Дерибасовской. То есть все остальные парковки, где паркоматов нет, они парковками не являются? Не являются. Поэтому если с вас требуют деньги на других улицах за парковку, вы можете их смело не платить, это не все платить. Является аферой и обычным вымогательством денег. Совершенно верно. А у вас в планах, наверное, развивать вашу сеть, чтобы этих парковок было больше и паркоматов? То есть та территория, паркоматы, которую вы обслуживаете, росла? Паркоматы мы сейчас в данный момент закупили порядка 25 паркоматов. На наши схемы, на выделенные наши места, необходимо 60 паркоматов. Надеемся, что в течение 2-3 месяцев мы их освоим. Скажите теперь, а сколько нужно платить, какая сумма должна быть оплачена за парковку? Утвержденная горисполкомом согласно постановлению 533, 5 гривен в час. 5 гривен в час? Да. А какой парковочный сбор сейчас? Это то, что ваша компания должна платить? Парковочный сбор порядка 35 копеек квадратный метр в сутки. То есть за место, которое занимает машина, это пару гривен в сутки, да? Да.
Скажите, ну очевидно, что это, если ваш бизнес будет расти и будет увеличиваться площадь парковок, но это очень рентабельный бизнес с очень высокой нормой прибыли, это понятно даже тем, кто не очень хорошо разбирается в математике. Скажите, нет, вот ваша компания... прибыль невысокая, это вам так кажется, что 35 копеек сутки. Да, ну давайте вы об этом сутки, там сумме скажете. Да. Я к чему спрашиваю, вот ваша компания вышла на рынок, да? Я что-то не слышал, что были в городе какие-то тендеры, конкурсы. Конкурс организовывает департамент транспорта и связи. Мы пока временные операторы являемся. Заключили договор с ОДС Транспорт Сервисом на 3 месяца. То есть у вас договор на 3 месяца и будет проводиться большой конкурс, в котором будет выбираться оператор? Да, это пилот-проект пока что. То есть пока вы единственный, кто изъявили вообще желание в рамках пилота вложить в это свои деньги? Да, в рамках пилот-проекта разработали бизнес-план, просчитали и решили попробовать. То есть конкурс еще впереди. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем нашего телезрителя, а потом вернемся к дискуссии. Мы вас слушаем, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы поинтересоваться... Говорят, что парковки будут по всему городу, но целенаправленно устанавливают парковки только рыбные места. ЖД вокзал, центр, Черемушки, Таирова. Такое не интересует по 3 рубля. Интересует, что по 5, что подороже у нас. А почему же так? Спасибо вам за ваш вопрос. Я думаю, вопрос понятен. Понятен, но на сегодняшний день... по городу единый тариф, установленный кроме береговых комплексов. Что рынок «Успех», что рынок «Киевский», что железнодорожный вокзал, что центр – 5 гривен в час. Ну, я думаю, это понятно, что, как и любой бизнес, а это бизнес, наверное, сначала пытаются получить те места, где трафик и количество машин больше, соответственно, чтобы больше заработать и, наверное, вернуть те инвестиции, которые планируете потратить. Кстати, скажите, какие средства ваша компания уже вложила, собирается вложить в развитие вашей сети? Ну, вложили уже, как и говорилось ранее, порядка миллиона, еще где-то около 2-2,5 миллионов. И это только в рамках пилотного проекта, если конкурс только не выиграете? Только в рамках пилотного проекта. Ну, вы же понимаете, нужно там, где мы устанавливаем паркоматы, мы обновляем и делаем по-новому дорожную схему, дорожную разметку, мы меняем знаки, то есть мы даже не используем, если есть старые, мы их снимаем и обновляем, потому что как бы это лицо города и как бы... лицо нашей фирмы. Я напоминаю, что телефон нашей студии 718-61-91. Звоните, задавайте свои вопросы. Также у нас сегодня работает интерактив. Мы спрашиваем вас о том, платите ли вы одесским парковщикам. Если да, звоните по телефону 777-67-46. Если нет, не платите, звоните по номеру 777-67-47. У нас есть еще один звонок. Давайте услышим нашего телезрителя. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Алексей. В первую очередь хочу сказать, что я и плачу за парковки. И хотел бы узнать, вот по примеру, допустим, я был в Москве, там есть возможность оплачивать через карточку. Планируется ли это в дальнейшем установка через карт-ридеров или нет? Спасибо вам за ваш вопрос. На данный момент разрабатывается, есть возможность установления карт-ридеров. Но пока что не остановились на каких карточках, потому что технический вопрос по карточкам. Карточки в будущем будут. Скажите, а в паркоматах должна быть обязательная функция того, что можно оплатить какими-то еще другими способами, кроме наличных? Если такого способа нет, ну, вы знаете, иностранцы платят в основном не наличными, а только там кредитными картами, электронными платежами. Ну, мы вот сейчас и говорим, что в дальнейшем будут разработаны карты, но другими способами нет. А на данный момент, по-моему, предусмотрено законодательством, что если вот этой функции нет, то и нет, это не является основанием для платежа. В законодательстве сказано, что специальной картой, либо готовкой. То есть можно и так, да, и так? Да, можно и так, и так. Я то есть это не исключение. Прощения, вы имеете в виду не банковскую карточку, а специальную карточку, специальная которая... Специальная карточка, не банковская, потому что банковская карточка – это... Ну как? Технически сложно. Как? Это как раз то постановление Кабинета министров о платежных... Постановление Кабинета министров четко сказано. Специальной картой написано «та готівкою». А, то есть у нас, ну, как обычно, все закон как постанова дышло, 1342. Ну, я же говорю, читаем. У нас все как обычно, да? Да, закон 1342, пункт 7.2. Да, ну читаем.
решение сессии. Но да, я считаю, специальная карта, специальная карточка, карта, есть специальная карточка, это карточка, которая... А где можно найти эту карточку? Ну, пока вот сейчас разрабатываем. А, то есть вот это как раз та карточка, которую будут, вы планируете ввести в эксплуатацию. В мережи магазине будут продаваться. Да, у нас есть еще один телефонный звонок. Алло. Да, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый день. Будьте любезны, я вот на 13-ю станцию Фонтана езжу на пляж с детьми, туда вниз. И там не было бы этот платежного. В прошлом году там стояла будка, поплатили там. А сейчас стоит какая-то пара людей, поставили шлагбаум и выдают просто чеки. Там берут 7 гривен в час, при том, что там не сделан асфальт, нет съезда. И едешь прямо на площадку с черноземом, будем говорить так. За что? И почему они берут деньги, не сделав там, за что брать? Спасибо вам большое за ваш вопрос. Я вам рекомендую продолжать смотреть нашу программу. После рекламной паузы у нас будет сюжет, который напрямую связан с ситуацией именно вот с этим спуском, с этим шлагбаумом. Там будет очень много интересных фактов. Посмотрите, и у вас возникнут сразу ответы на те вопросы, которые вы сейчас задали. А пока пусть наши гости из студии прокомментируют эту ситуацию. Максим прокомментировал ее уже в начале. Именно про этот шлагбаум. Вот я когда там сам ездил последний раз, видел, стоит действительно шлагбаум. Причем он не стационарно стоит, а это один из важных пунктов, что парковка должна быть стационарной. Да, там он привязан какими-то веревками к разбитому камню. Поднимает его человечек специально обученный. Да, специальный объект человек. Наш, даже без бейджа, даже без специальной одежды. А самый фурор там в документах. В документах, в свидетельстве о предпринимательской деятельности на человека, который якобы арендует данную территорию и взимает плату за парковку, прописано, что данное лицо имеет право заниматься предпринимательской деятельностью в виде торговли, розничной торговли на рынках сладков. Вот тут не надо быть специально обученным человеком. Паркоматы чтобы... это хорошее направление, оно как бы дает возможность избежать коррупционных действий, потому что тут нет человеческого фактора, и мы напрямую взаимодействуем с электронной системой. Но пока сеть паркоматов покроет весь город и все парковки, наверное, пройдет какое-то количество времени. Сейчас то, что мы видим, эти парковщики, которые подбегают, собирают деньги, шлагбаумы на 13-й, спуск моря там в других местах. Те места, где больше всего машин, больше всего людей. Это, наверное, огромный бизнес. Кто должен отвечать за то, что это сегодня происходит, и никто с этим ничего не делает? Ну, смотрите, мы поехали, мы тоже ездили на 13-ю Фонтана, в частности, мы проехали все прибрежные парковки, но на 13-ю это самая такая мощная. Самая мощная парковка. Вот. Перед этим, прочитав на сайте города Одессы, что данная парковка является абсолютно законной, у них с документами все в порядке, у них стоят чуть ли там не золотые шлагбаумы. То есть на сайте горсовета есть информация, что это Одесса, так называемая парковка, ею Одесса действительно нет, является. Да. И это можно именно зайти все и проверить. Сейчас, может быть, уже и не можно будет, я не знаю, после эфира. Я рекомендую это сделать прямо сейчас, если у кого интернет под рукой. Потому что парковки нет, это абсолютно точно. Там просто в поиске. Там не то, что парковки нет, там асфальта нет. Парковка на 13-й станции абсолютно законна, и, в принципе, на сайте Одессы нет, ссылочка будет. Спасибо. Вот, у нас есть, мне сообщают, еще один звонок. Алло. Да, добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый. Вообще-то, конечно, если мнение, то цена заоблачная, 5 рублей в час, я считаю, это дорого. И второй у меня вопрос, как вы будете относиться к инвалидам второй группы, третьей группы, что в этом плане делать, участники войны и так далее. Спасибо, я думаю, Валентин ответит на этот вопрос. Согласно того же постановления 1342, на парковках обязаны обустроить места для инвалидов в размере 10% от паркомест. Поэтому, пожалуйста, вы подъезжаете. Те места не должны заниматься иными клиентами. Иначе это будет нарушением, учитывая, что вчера уже в первом чтении было принято постановление Кабинета министров о изменении в правилах парковок, все-таки хотят вернуть штрафы. Да, я думаю, мы об этом поговорим во второй части программы, о том, что может быть, если человек не заплатит места, за парковку. Инвалиды, пожалуйста, пользуйтесь. Я напоминаю, что мы сегодня говорим про парковки и спрашиваем у одесситов, платят ли они одесским парковщикам. Если да, звоните по номеру 777-6746. Если нет, звоните по номеру 777-6747. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Вениамин Васильевич.
Очень приятно. Что касается вот этой стоянки, то для льготной категории там есть бесплатный. И в прошлом году был бесплатный, и позапрошлый. Вот. Меня другой вопрос интересует. Это какой парковке вы говорите сейчас? На 13-й станции. Там полный порядок. А вы там давно были? Ну, неделю назад я был. Тогда оставайтесь с нами и смотрите наш второй сюжет. Не-не-не, подождите. Есть еще вопрос интересный. Пожалуйста. Вот там и общественники у вас, и я опоздал, только сейчас переключился на ваш канал. А улица Екатерининская от Пантелеймоновской до Истонской. Сплошная парковка. Вот. Несмотря на то, что со стороны Пантелеймоновской два знака висят на разных полосах движения, остановка запрещена. Вечно забита. Вот. Более того, может быть, переняли опыт наши городские власти. Вот, может, в Европе торгуют на проезжей части, но там, вот именно на этой улице, торгуют на проезжей части, причем пивом и контрафаксом. Вот этот музей, который открыли контрабанды, пусть пойдут возьмут пару бутылок молдавского коньяка там. Вы понимаете, да, о чем речь идет? И ни один местный орган власти не реагирует, ни Приморская администрация, ни райотдел милиции рядышком находится, отделение райотдела милиции. То есть никто не замечает? Абсолютно. А вы замечаете? Вы лично замечаете? Лично замечаем. И об этом как раз в наших программах и рассказываем. Вот сделайте нормальный репортаж, покажите, как оно есть там. Сюжетик такой небольшой. Я так понял, что мы случайно попали. Спасибо за звонок по вашей парковке, видимо, на 13-й фонтан. Я вот тоже что-то слушаю. Да, похоже на это. Конечно, мы понимаем, что огромное количество проблем с парковкой. Мы берем самые яркие моменты, которые у всех на слуху, и которые большое количество людей каждый день видит, и с которыми каждый день огромное количество людей сталкивается. Но мы слышали и вот про проблему, которую рассказал наш телезритель. Прокомментируйте, если можно. Ну, это один из плюсов с выступления. Один из плюсов того, что мы начали делать парковки, то есть на той же Пантелеймоновской, дойдет очередь до Пантелеймоновской, там будет наведен порядок, и там будут чисто парковки, не будет там никакой розничной торговли. Там, где есть схема, утвержденная городской громадой, городским исполкомом, там будет парковка. Андрей, как вы считаете, вот та конкуренция, которая сейчас разгорается в этой сфере, она на пользу делу пойдет или нет? На данный момент действительно там и цветы продают, и алкоголь, и все на свете. Да, но пока. Но вы обещаете, что там будет парковка? Конечно. Паркоматы, все как положено? Да. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. Я хотел бы задать вопрос. Вокруг Тараконова рынка, дело в том, что занимаюсь бизнесом и работаю на Тараконовом рынке. Каждый день парковщики требуют деньги. С любой стороны, когда не подъедешь, дай денег. Когда это закончится. И это, в принципе, не странно, учитывая, какое количество людей туда приезжает. Старконный рынок. Там есть паркомат или нет? Схемы утверждены, но пока нет желающих. То есть там кто-то пока собирает деньги вместо вас, да, насколько мы можем понять? Ну, как бы не вместо нас, потому что я же повторяюсь, нам выделено 17 парковок. Мы можем сказать нашему телезрителю, который только что задавался вопрос, что если он там, у него требуют деньги, он может эти деньги не платить. Не платить. Для этого никаких оснований нет. Если вы на Тараконовом оставили свою машину, там нет парковки, не платите деньги тем людям, которые у вас их вымогают. Напоминаю, что мы сегодня говорим про парковки. У нас интерактив звучит следующим образом. Платите ли вы одесским парковщикам? Если да, звоните по телефону 777-6746. Если нет, звоните по телефону 777-6747. Напоминаю, что у нас работает телефон прямого эфира. Он звучит так, 718-61-91. Звоните, задавайте вопросы. И у нас есть еще один звонок. Мы успеем перед рекламной паузой его послушать. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, говорите. Спасибо большое за эту передачу. Это наболевший вопрос. Улица Базарная. Установлено ничего, не оборудование. Нарисовали, наметили, назовем так, значит, направление парковки, пандусы выше бампера, загоняют машины, закрыли все въезды во дворы, не выдают квитанции. И сегодня я буквально, извините, пожалуйста, еще раз ко мне подаются парковщики, я их побью. И пусть вызывают милицию. Квитанции не выдают. Кто такие, я не знаю. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш звонок. У нас сейчас реклама. После рекламной паузы мы вернемся и обсудим то, что сказал нам наш телезритель. Оставайтесь с нами.
прямом эфире «Одесса под контролем». Мы сегодня говорим о парковках. И перед тем, как мы перейдем к нашей дискуссии, прозвучал в конце прошлого эфира, прошлого блока вопрос о том, что происходит с парковкой стоянки на улице Базарной. Там действительно очень наглые парковщики, я сам был тому свидетелем. Насколько вот я понял, мы обсуждали это в рекламной паузе, давайте продолжим. Стоит ли действительно там платить за парковку или для этого нет никаких оснований? Улица Базарная, если с Решельевской там повернуть налево, начинается она туда, вниз идет долго-долго. Ну, там, насколько известно, часть Базарной есть оформленные как стоянки, а не как парковки, как стоянки для жильцов, проживающих в соседних домах. Но часть участков есть, где пользуются как парковки. Но снова же повторяемся, если парковка не оборудована в соответствии с требованиями постановы 1342, то это не настоящая, значит, парковка. Она не настоящая парковка. Неправильная парковка, неправильный метод. Да, вы можете не платить. Все. Андрей, ваше мнение? Максим. Вот эти половина парковок, да, на Базарной, которые оборудованы, и охранники, ну, в будочках сидят охранники, которые кричат, что это стоянка. А вот, они лукавят, как бы, если посмотреть постановление 1342, мы увидим, что стоянка должна быть оборудована еще жестче, чем парковка. Это должна быть огражденная территория, во-первых. Во-вторых, эта территория там должна, ну, быть охраняема, ну, допустим, этот дедушка сидит. Но как сквозная улица, дорога общего пользования, может быть огражденной. Там в лучшем случае на тротуаре пятна белой краски, которые отмечены парковочными местами. Я же говорю, она не может быть огражденная, да, априори. Вот, они это называют стоянкой. То есть и в этой ситуации там тоже нет никаких оснований для одесситов платить за парковку? Нет, не совсем так. Я не согласен. Если это не жители, они не платят за стоянку своего автомобиля там ночью. Если вы просто остановились там, вы не должны платить за парковку. Учитывая то, что они находятся на тротуарах, учитывая то, что, естественно, я не знаю, каким образом проходит оплата, но если она проходит по договору, в соответствии с той же постановой 1342, если идут договорные отношения не менее одного месяца, то данная стоянка, она может быть не оборудована паркоматами. И въездными, и выездными. Ну там эта стоянка ничем не оборудована, кроме человека, который собирает деньги. Наверное, есть договора. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Естественно, мы их не проверяли, не знаем. Алло. Да, добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Я хотел бы спросить, слышал, в студии обещают, мы сделаем, мы там подправим, мы это подправим. Так почему нам говорит, что вы подправите, делайте, а потом делайте стоянки платные? У вас ничего не готово, а вы говорите, мы подправим. И потом я вам перед этим задавал вопрос, почему в дальних районах по 3 рубля вы не делаете. Вы сказали, цена стоит 3-5 гривен. Меня цена не интересует, цену я знаю. Почему вы на дальних районах не устанавливаете паркоматы? И еще один такой вопрос. Почему вообще одесситы должны платить за эту стоянку? Почему? Спасибо. Это, наверное, главный вопрос, который всех беспокоит. Я думаю, что есть обоснованность платить за парковку, в таком случае, если вы получаете какие-то услуги, за которые вы платите деньги. Если же вы этих услуг не получаете, вы и платить за это не должны. Ну, по поводу того, почему это пока только в центре города и в тех местах, где самый большой трафик и большое скопление автомобилей, мы объяснили. Понятно, если еще вот можно Максим прокомментировать. Вот этот вот вопрос, да, почему действительно должны платить, в частности, касается, ну, наверное, все-таки больше центра города. Да, ну, хотя даже тот же успех. Люди просто взяли кусок проезжей части. На успехе это вообще жесть. Это, ну, полторы полосы заняли. Когда ночью едешь, да, ты себе свободно можешь хоть по правой, хоть по средней, хоть по третьей проехать. Днем это кошмар, да, ты только по третьей можешь проехать, потому что правая занята, средняя въезжают, выезжают кто-то постоянно, и все. Просто ничего не сделав, да, не сделав там никакой карман заездной для этой парковки, ничего, взяли кусок проезжей части, пришли в горсвет, сказали привет, вот, я тут. Я думаю, ничего нет плохого в самой идее платить за парковку, но важно, чтобы эти деньги, которые здесь платят, они шли действительно в городской бюджет, и шли на развитие инфраструктуры, на развитие города. Не совсем так. А то, что сегодня 90% эти деньги идут в карманы парковщиков, которые не имеют никакого вообще отношения к этим парковкам, утром одевают жилетку, какой-то бейджик вешают и идут ходить по городу, собирать деньги, ну так это, наверное, всем понятно. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте услышаем телезрителя, а потом вернемся к нашим вопросам. Добрый вечер. Да, добрый вечер, мы вас слушаем. Значит, подскажите мне, а за что парковщики отвечают? Или они так стоят вместо кукол? Спасибо вам за ваш вопрос. Парковщики уже практически ни за что не отвечают. Вместо них за все отвечают паркоматы.
которые должны, в принципе, уничтожить саму возможность коррупции. И деньги через электронный платеж попадают туда, куда нужны. Парковщики помощь при въезде на парковку. Это инструкторы, которые могут вам только оказать помощь. Вы не платите им, они вам могут оказать помощь по парковке вашего автомобиля. А теперь давайте перейдем к нашему второму сюжету. У нас было много вопросов, которые касались шлагбаума на 13-й станции. Да и вообще все, кто сегодня пытаются проехать в прибрежную зону, попадают в какие-то переплеты и с них пытаются сбить как можно больше денег. Давайте посмотрим, что из этого получается и что происходит на самом деле на 13-й станции за тем самым известным переездом. Давайте посмотрим наш сюжет. Мы решили сами проехать к морю через злополучный шлагбаум на 13-й станции Большого Фонтана. Официальная цена составляет 7 гривен в час. Возле шлагбаума должен стоять паркомат, а также оператор, который предоставит оплаченный чек и проконсультирует водителя, если возникнут вопросы. Но вот что увидели мы. Откройте! А сколько стоит? 7 час 20 на день. А за что деньги эти берутся? А? А чего я должен платить? За что это деньги берутся? Сейчас, еще раз. За что я деньги плачу, чего здесь? Парковка. Это частная парковка? Частная. Да не может быть частная территория, это прибрежная зона. Может. Дорога, две парковочки дальше. То есть вот эта дорога, это частная территория? Как ваша фирма называется? Агент транспорта. Вы взяли в аренду дорогу у частной компании, и поэтому теперь люди должны платить деньги, чтобы проехать по частной территории к морю. Ну, каждый год был шлагбаум, только наверху, сейчас их поставили частную на свои парковки. А у каждого хозяина свой шлагбаум? Да, там и там. А сейчас давайте заеду, посмотрю уже. Мне интересно. Комната принадлежит. Нет. Только что поменяли. Есть 3 гривны. Ну, но мы быстро. Давайте. Да? За консультацию еще сэкономим. Спасибо. Как вы увидели, на якобы законной парковке мы сумели сбить цену до 3 гривен. Проехав дальше по дороге, мы увидели еще один шлагбаум. Еще один шлагбаум. Вы хотите прямо к морю съехать? Нет, там закрытые шлагбаумы вот эти вот. Пропускаю только жильцов. А так вы имеете право оставить машинку только на парковочках. На одной, которая находится левее при развилке, и другое то, что правее. А туда дальше там только жильцов в коттедже пропускают. Оборудованную по всем правилам парковку мы так и не нашли. Отсутствовала разметка, не установлено освещение. По сути, территория за шлагбаумом даже не охраняется. Парковщик, оператор, который находится на платной парковке, не несет ответственности за сохранность автомобиля. Это четко прописано Кабинетом министров Украины 1342. Ответственность за сохранность автомобиля несет только на круглосуточных стоянках, если не ошибаюсь. Активисты дорожного контроля сфотографировали чек, который выдают на 13-й Фонтана. Он сильно отличается от того, который выдает официальный паркомат. 7 гривен должен быть час. 20 гривен – это их внутренняя такая экономическая идеология. Они решили это сделать, чтобы не было заторов. И, насколько я знаю, это еще в гидропарке Лузановка такая ситуация есть, по 20 гривен. Если вы стояли меньше 3 часов, а заплатили за въезд 20-ку, вам должны дать сдачу. Впрочем, даже за шлагбаумы платить оказывается не обязательно. Вот что делает гражданский активист Сергей Дубенко. Ребята, я платить за парковку не буду. А? Я платить за парковку не буду. Я в новостях слышал, что она у вас незаконная, я платить не хочу. У нас есть законность, у нас есть распоряжение горсовета. Не, распоряжение горсовета, это понятно. Но я слышал, четко сказали, что парковка на 13-й незаконная. Пожалуйста, отъезжайте, вызывайте кого хотите. У нас парковка платная, у нас разрешение, имеется разрешение. Я не выпущу вас, пока вы не оплатите услуги. То есть вы отказываетесь поднимать шлагбаум? Если вы меня не отпустите, то есть будете удерживать мою машину, я позвоню в милицию и попрошу их составить об этом протокол, что вы насильно удержите мое имущество. Хорошо. Если это мнение вашего руководства, то я сейчас так делаю, да? Ну, посмотрите, я с вами нормально разговариваю. И я тоже. Согласитесь. Я вам показал разрешение, да. Если не секрет, но с кем вы разговариваете? Парк-сервисом. С парк-сервисом. Да. Что он вам сказал? Он сказал, что он полностью со мной согласен, что вы не имеете права удерживать меня и мое имущество. Вы обязаны иметь у себя копии этих актов. Да, у меня имеются они, я могу вам... Эти акты мы сейчас... Какие? Акты о том, что пользователь отказывается платить. Может, я чем-то недоволен, может, у меня денег не хватает. Ну, пусть по разным причинам, ну, я отказался платить. Вы со мной составляете этот акт и отпускаете меня. Я готов подписаться в акте, что я отказался платить за парковку. Угу. Там будет моя фамилия, отчество, у меня есть с собой паспорт.
У меня есть водительские права, удостоверения. Дальше, если хотите, оспорите это в судебном порядке, передадите это в ГАИ, куда угодно, если я в чем-то что-то нарушил. Но вы не имеете права меня удерживать. Единственное, почему я объясняю, и ментов не вызвал, потому что вы культурно со мной общаетесь. Если вы не хотите тратить время на пререкание и подписывать акт, вам поможет удостоверение журналиста. В частности, 10-я фонтана, где была красивая набережная, опять же таки сделана, тоже парняга подошел, задал вопрос по поводу парковки, увидел удостоверение, улыбнулся, покивал головой и молча отошел. Опять же таки на прощание, когда я выезжал с парковки, помахал рукой. Ну, то есть, соответственно, они по факту знают, что парковки вне закона и подходят наобум. К счастью, даже на незаконных парковках встречаются такие парковщики, которым не грех дать 2-3 гривны. Парковка у нас бесплатна. Вопрос есть? А да. Вы за что-то берете деньги? За охрану. Кто даст, а кто не даст. Вопрос есть? А на каких основаниях вы тут стоите? На каких основаниях? На каком основании? У меня свидетельство есть. Частном предпринимателя. Василия Семеновича неоднократно проверяла милиция, прокуратура и райадминистрация. Видимо, его обаяние действует на всех. В прямом эфире «Одесса под контролем» мы сегодня обсуждаем парковки в Одессе и парковщиков. Не все такие обаятельные, как наш последний герой сюжета. Напоминаю, что телефон нашей студии 718-61-91. Звоните, у нас есть еще несколько минут, мы можем пообщаться с нашими экспертами, задать им вопросы в прямом эфире. Также у нас работает интерактив, звучит он так. Платите ли вы одесским парковщикам? Если да, звоните по телефону 777-67-46. Если нет, звоните по телефону 777-67-47. Ну, только что мы видели, что происходит на 13-й. Это в большинстве, наверное, ситуаций, где установлены шлагбаумы, установлены нестационарно, люди без формы, требуют деньги, чеков не выдают, можно договориться, получить скидки, как это принято в Одессе. Если можно прокомментировать эту ситуацию, что мы видели с шлагбаумом. Смотрите, когда едешь один, да, на эту парковку в прибрежной зоне, как бы, ну, на одной машине все-таки тяжеловато с нашим менталитетом, да, все тебе сзади будут пинать, хотя у нас было, когда мы рейд делали на Лузановке, нас поддерживало большинство водителей, которые сзаду стояли и ждали. Вот, если бы все люди не хотели платить дяде в карман какому-то левому, да, ну, законно согласны платить, но не дяде в карман. Вот, они подпирали, там говорили, давай быстрее, за те, что денег нет, там еще что-то такое, вот, то эти бы парковщики сами оттуда ушли бы. Я думаю, что как раз решение любой проблемы, и это в том числе, наверное, зависит от того, что люди понимают, что от них зависит, будет эта проблема решена или нет. Не платите этим парковщикам, ведь вы же понимаете, а те, кто не понял, сегодня уже увидели, что если нет определенных каких-то условий и правил, которые выполнены, этой парковкой вообще не является. Есть паркомат, есть те условия, о которых было сказано, действительно платите парковку. Если же этого всего нет, это обычное вымогательство. Если у вас есть желание оставить свои деньги для более каких-то важных потребностей ваших, оставляйте их у себя в кармане и не давайте возможность этим аферистам зарабатывать на вас. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. А у меня как раз вопрос снова по поводу 13-й станции. Вот я инвалид первой группы, и я не водитель. Там есть пляж для инвалидов. И единственная моя возможность проехать, ну, я очень плохо хожу, это заказать такси туда, на пляж, отдохнуть, а потом заказать такси, чтобы уехать. Как в таком случае вот с этим шлагбаумом разбираться? Подскажите. Спасибо большое. Насколько я помню, есть возможность для такси как раз 15 минут заехать, да, в зону и выехать из зоны. Да? Да. То есть это никак не должно влиять на удорожание маршрута. За 15 минут, особенно если машинка такси оборудована, они не оплачивают. То есть если это нормальное такси, оно таковым является, оно может 15 минут пересечь зону, высадить пассажира и уехать обратно. Да. Да, я думаю, но он на въезде берет этот талончик все-таки, да, потому что пока не возьмешь этот талончик, ну, там, где оборудованы автоматическим въездным, но не автоматическим выездным терминалом, ты на въезде берешь этот талончик, у тебя открывается шлагбаум, выезжаешь, отдаешь талончик, у тебя там время, ну, 10 минут, да, допустим, ну, я думаю, мы достаточно конкретно ответили эти зрители на вопрос, и у нас есть еще один звонок. Добрый вечер, меня зовут Андрей. Добрый вечер. Я хотел бы узнать такое вот мнение об общем отношении нашего города и наших руководящих должностей, личностей, которые работают в горсовете, в облсовете.
Я был в Москве, и вообще-то возле Красной площади вообще-то бесплатно не берут вообще. А почему на Красной, на Дерибасовской вообще у нас появились парковки? На каком основании? Спасибо за вам ваш вопрос. Я думаю, в разных городах мира разная практика. Вот в Лондоне, я знаю, очень дорогой въезд вообще в центр города. Мы не говорим про парковку, просто въезд. Вот в Москве нам говорят, на Красной площади можно парковаться бесплатно. Вот вы скажите ваше мнение. Откуда вообще взялось и чем подкреплена вот эта деятельность, что мы обязаны платить за парковку, если она там есть? И ваше мнение, нужно это, не нужно, может быть, можно без этого обойтись? Ну, во-первых, это безопасность движения. Самое первое, это безопасность движения, когда организована парковка. То есть, как мы говорили, инструктор-парковщик обязан помочь припарковаться и помочь при выезде с парковки. То есть, согласитесь, если водитель, выезжая с парковки без помощи, большая вероятность того, что он может произвести столкновение с идущим автомобилем, следующим. Поэтому второй момент – это экология, это чистота. То есть, как мы уже говорили, мы обязаны содержать парковку в чистоте, в санитарных нормах и правилах соответствующих. Еще был третий вопрос о том, да, на какой законодательной базе это все строится. Законодательная база – это, мы же уже говорили, что постанова 1342. Законодательная база. Плюс решение... То есть это решение местного Одесского городского совета. Да, решение местного совета об организации парковочных мест в городе Одессе. А как быть с такими вашими, ну, уже вашими, раньше другими парковщиками, да, а сейчас вашими инструкторами, которые, ну, возьмем ту же Греческую площадь, да, допустим, в центре города, которые паркуют машины на направляющем островке, так что разъехаться невозможно. На Екатерининской паркуют четырехрядную улицу елочкой так, что остается один, ну, максимум полтора ряда. На Дерибасовской, там, где двухстороннее движение организовано, также возможность проехать остается только одной машине. Да, это проблема, потому что улицы узкие, машин все больше, могу там практически негде только проехать. Что пока парковки те не наши, они не наши. Повторюсь снова, у нас 17 парковочных мест есть. То есть на ваших такого нет? На наших такого не будет, на тех, которые мы сейчас осваиваем, начинаем осваивать, такого нет, потому что разработаны схемы парковки. Эти схемы утверждаются городским ГАИ, утверждаются благоустройством города, управлением по благоустройству. Это для Одессита еще недостаточное, да, условие того, что не будет, я думаю. Да, департаментом транспорта, администрации и так далее, и так далее. А их чем больше, тем меньше кредит доверия. У нас есть еще один звонок, давайте успеем послушать зрителя до того, как мы выйдем из эфира. Добрый вечер. Вечер. Да, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, вы говорите, что есть парковки законные и есть незаконные. Если эта парковка незаконная, почему бы ее не убрать вообще? Хороший вопрос. И мы к нему опять возвращаемся. Если их нужно убрать, кто должен это сделать? Если одессит увидит такую незаконную парковку, куда им надо позвонить? Кроме горячей линии Одесса под контролем, конечно. 102. То есть звонить надо в милицию? Если каждый будет задалбывать звонком в милицию, вот, ну плюс, скажем так, милиция у нас не выезжает, правда, на большинство выездов, вот, так, ну, и не будет бросать это все дело на самотек. Я же говорю, что если бы каждый вызывал милицию, да, они бы самые уже давно распустились. Они бы уже задолбались отписываться, ходить на допросы, просто не было бы времени сидеть на тех шлагбаумах и на турникетах. Спасибо. У нас было сегодня очень много разных вопросов, и мы затронули разные аспекты парковок. Перед тем, как мы выйдем из эфира, я хочу немного просуммировать то, что нами было сказано, и обратиться к одесситам, чтобы они действительно сознательно относились к этому вопросу, потому что именно от них зависит, в каком городе мы будем жить, дороги будут просторные или непросторные, можно будет там пройти или проехать, и за какие парковки мы будем платить деньги. Теперь, если можно, я попрошу редактора прекратить мне говорить постоянно какую-то информацию и дать закончить мне с той памяткой, которую я хотел бы нашим телезрителям сейчас рассказать. Первое. Если на выезде отсутствует автоматический терминал с купюроприемником, то вы можете не платить за такую парковку. Если вы не можете на выезде рассчитаться через автоматический терминал при помощи специальной платежной карты, которую вот сейчас будет вводить ООО ВГК, вы тоже это можете не сделать. Если перед вами неизвестный человек без специальной формы, утвержденный приказом Украины от 1.12.0429, не способны предоставить вам документы, подтверждающие, что он сотрудник этой парковки, вы тоже можете не платить. Также, если автоматические терминалы установлены не стационарно,
вы тоже можете не платить. И если на парковке отсутствуют дорожные знаки, обозначающие платную парковку, а также разметка, покрытие схемы, то есть фактически та парковка, за которую у вас пытаются взять деньги, парковка не является, вы точно так же можете деньги не платить. Если все эти факторы соблюдены, и действительно там есть паркомат, есть благоустроенная парковка, есть инструктор, который вам помогает, тогда вы, конечно же, обязаны заплатить. Еще, если вы этого не сделаете при наличии тех всех условий, факторов и правил, которые я только что назвал, что теперь грозит, исходя из нового законопроекта, который предложен Верховной Радой? От 8 до 12 неподоткованных лет. Но не лет лишения свободы, да? Нет, не лишение свободы, административный штраф. То есть административный штраф. Поэтому будьте сознательны, не платите там, где это не надо. Платите там, где действительно вы обязаны это сделать. Если вы будете сознательны, то, наверное, и тот бизнес, который сегодня делают на парковках, развалится сам собой, потому что некому будет платить эти деньги. Итак, теперь давайте как раз подведем интерактив, который сегодня мы объявляли. 34% платят за парковки и 66% не платят. Ну, статистика, может, была бы и не такой положительной, если бы мы досконально не понимали, что парковок действительно в Одессе пока настоящих не так уж много. И те 66% не платят как раз за те парковки, которые парковками не являются, поэтому, наверное, это достаточно хорошо. Сегодня мы общались с нашими гостями Валентином Гази, директором ООО ВГК, а также Максимом Мегерой, активистом дорожного контроля, о одесских парковках. Я думаю, сегодня те вопросы, которые действительно возникли, мы пытались на них ответить. И, наверное, каждый одессит сегодня услышал о том, где ему стоит платить за парковку, а где этого делать не нужно. Оставайтесь с нами. В следующий четверг увидимся в Одессе под контролем. До свидания.